Я думал, это сначала судороги или что-то такое, или... Угу. А потом выяснится, что неврологу совсем. Ко мне, как к неврологу, часто обращаются пациенты с параличом мимических мышц лица. При первых признаках паралича на стороне поражения лицевого нерва не смыкается глазная щель, нет мигания век, может быть асимметричная сухость глаз или слезотечение, нарушение или искажение вкуса на языке и звуков на стороне поражения. Одним из методов лечения паралича мышц лица является иглорефлексотерапия. Показания к иглорефлексотерапии определяет врач-невролог. Это зависит от диагноза, который вызвал паралич мышц лица. Противопоказанием является острое инфекционное заболевание, высокая температура тела, активные формы туберкулеза, гематологические заболевания, онкологические заболевания, острая психопродуктивная симптоматика. При первых признаках паралича мимических мышц лица обращайтесь в клинику Медион. Будем рады вам помочь.